Приветик! Валера очень часто стал выпускать ролики, поэтому я немножко не успеваю. И давай посмотрим его самый последний видосик. Всем здрасте, всем привет! Привет, великолепный аниме-мальчик! Goblins and Cleric. Нужно спасать аниме-девочку от гоблинов. Я смотрел много таких сюжетов. Ой, я тоже о таком слышала. Ужас, что с ней происходило. Там вот такое просто. О, спасать реально придется. Ваш рост. Я вот такой. Да, записали? 189 сантиметров мощный. Кабан чисто. Мерочки сняли с меня? Я появился в лесу. Вставай. Что, я встану, нет? Спаси меня, я не могу встать. У меня broken leg. Руку дай. Она так смотрит. Такой взгляд. Это местная аква? Э, куда тянешь? Руку сказал дай. Что? Она предлагает мне нож и деньги. Она людоедка? О, хорошая заточка. Ты мало... Да, я... Бля, меня спасла какая-то аниме-девочка. Дала мне меч. Я им научусь еще пользоваться. И немного денег. Мы и теперь я могу есть, что хочу в этом баре. Бармен! Что у меня в стакан Ммм, сыр. Зацените. Какой топор. Не, его в натуре присобачили сюда. Не отковырять никак. В целом бар нечешный. Но посуду здесь явно не моют. В общем, здесь есть доска. Пала аниме-женщина. Украдена гоблинами. Поставьте лайк, написано. Пришла, значит, какая-то тетка и такая. На тебе деньгу, на тебе меч. Ну я пошла, меня украли. Кстати, настоящее золото, не конфетки. Ну, короче, я должен сейчас стать спасателем гоблина. Ой, девушки. Спасателем девочек, блин, в лесу от гоблинов. Чего вы несете, чепуху? Там, кстати, сбоку какая-то надпись была. Go to open. Я не знаю, почему я вспомнила прям Джоджо, вот этот обе-континент. Погнали на миссию. Что за бред, а не игра? Мне пока нравится. Охереть, тут стрёмно, тут реально стрёмно. Что? Ой. Вы это видите? Да, какие-то грибы, вот там, тут. Тут темно до жопы. Да ну нафиг, я не пойду в темно. Это хоррор? Вату. На меч постоянно падает. У кого такая же проблема, могу посоветовать вкусные грибочки. Это намек, типа я следующий. Что это? Скорее всего. Вот так. Или украшение к Хэллоуину. Будет с каждым, когда я встречу гоблинов. Вообще я очкун на самом деле. Ой, ё-моё. Не, вы со мной пойдете, я один не попрусь. А что вы думали, типа, я в этой черной жопе буду один ходить? Ага, сейчас. Вон туда идем в данный момент времени. Я ною! Нафига я на это повелся, блин? Ладно, что нам бояться? У меня есть нож. Я, значит, кто? Я, значит, чмо с ножом. Прям, знаете, Валера сейчас воспринимается как витюбер. О, я вижу одного. Вот он, злодей, смотрите, идет. Да ты дурак, ёптан. Ну, хотя бы не голый уже радует. Я тут охотник. Ё-моё, не ты. Чё он такой жесткий? Вот и помер дед Максим. Придется пить эту штуку. Валя! Чё? Файты, конечно, супер неудобные, чё. Первый раз дерусь здесь. Надеюсь, я... Кстати, а если подумать, мы с вами еще ни разу Валеру не видели. Или когда-то он все таки светил своей внешностью. Блин, я уже не помню. Не Напишите разобью. В комментах. Но это не точно. Я должен тут таскать вас, еще ставить как-то. Как это открыть? Ох уж эти проблемы блогеров, которые снимают влоги. Эх. Но она не пьется. Но... Это реально проблема, когда ты там, например, кушаешь, поставить как-то камеру, чтобы это все нормально еще выглядело. Или когда куда-то идешь. Как-то же ты должна открыться. Это прикольно. А, меня закоцали. Пожалуйста, хилочка, полечи меня. Алло? Алло, да? Прием. Врачи, лечите. Короче, замес в чем? Я должен вас таскать постоянно на руках, еще и ставить где-то и биться. Я говорю, типичный влогер. Так полно валяется везде. Что за безобразие? Кто-нибудь разбирается в лечении? Может? Все? О! Так я просто... лицо я себе разбил. Вроде стало легче. Не уверен. Я путешествую. Шум какой-то там на фоне. В пещере. О, еще один абориген, смотрите. Я подумала, ой, он тут не один. Да что это? Я тут не просто так. Чё ты дурак? О! Ха! Сотрясение, придурок. Да лежи ты, не вставай. Слушай, я с кулака лучше дерусь. Нафиг этот меч, иди сюда. Ну он реально какой-то ты странный. Фандо! Так, стой. О-о. Всем лежать. Я сдох! Мой Говорит, всем лежать и сам по итогу первый день прошел мне очень удачно. Меня отымелили, короче. Я пока не научился сражаться толком. Но я научусь, будет второй заход. Чё, я чмо, что ли? Можно набрать кучу тарелок и кидать их в гоблинов.
Чего она вообще решила, что у меня получится? Может, я буду против девочек из-за гоблинов? О, гоблинов нужно бить их же оружием. Надо только приемы изучить некоторые. Оп. Хорошая оп, идея. Оп. Круто выглядит. Я уже опытный вояка, что мне будет? Ничего себе! Это же меч покорителей гоблинов. Но он тяжелый какой-то, неуклюжий. Или это я такой хиленький еще? Да я не могу им размахнуться даже. А, нет, слушайте. С одного удара? Ну давай, иди сюда. Удар тысячи голов! Ван Панчмен. Оп. Тебе говорить в VR, конечно, сложно. Файты меня... Ой, да, на самом-то деле так оно и есть. Я пробовала немножко ходить в VR, и это тяжело, когда твое тело стоит на месте, а твой мозг как бы видит то, что будто бы твое тело куда-то идет. Но это вестибулярный аппарат надо иметь прокачанный. Просто капец. Серьезно, опять в черную пещеру идти? Тут главное держать себя в форме всегда, ну вы понимаете. Он так прикольно это делает. Я готов. Ну а что? Застрял. Сейчас я ему... Да что он такой... Укус дикой акулы! Да. Ой. Стой, стой, нет, мне нужно... Ему не кидать надо! Меч, не тыкайся. Было. Тут спокойно, а? Может денег? Я хочу купить свой меч, давай. На тебе! Все, убирай эту. Хватит, мне ему хватит. Деньги не нужны, видимо. А! Ну давай, давай. Сейчас я задвину. Ой, дурак! Застрял тоже! Балбес! Придурочный. И мне меч пропал. Сука, это я твою палку забираю. Дай палку свою. Слышишь, ты адекватный, нет вообще? Да вырубайся ты уже. Она хотя бы длинная. Всё, проблема решена. Этот замес был тупорылым. Зато я справился. Накидал. Это было весело. Дал здесь нам, денег. По крайней мере. Затем думал, смогу откупиться без боя. Ну а что? О, хилка. О май факин гад. Now you're gone. Хилочка. Реально просто разбивать ее придется. Алло. Алло. Как хилиться? Ну прошлый же раз сработала. Она прошла сквозь пол. Убей меня, убей меня. Меня просто не хотят хилить. Что, мне кажется, копьем мне получится лучше со здоровенным гоблинским. Зацените волыну. Это не Адидас, если что. Я здесь был, да, опять? Что за... Что за смех такой? Дурак. Мне нужно камеру установить, чтобы все... Так, ну ты там подожди, я сейчас камеру поставлю, а потом давай драться, да? Или твою позорную смерть. Да отстань. Дай развернуть камеру. О, все нормально? Бьемся? Бибой по башке, смотрите, придурка этого. Какие те сражения, молодой? Пройди проспись, позорник. Ты самый позорный из всех, просто ужас. Что, все, ты сдался? Что ты бычишься? Ты потерял... Почему ты еще до сих пор не умер, кстати? Меч, у тебя отказала рука. Как ты будешь с ним продолжать драться? Смех дает тока, смотрите на него. Ну, ты все, пытался. Закончился, что ли? Очередная победа долго. За охотником на гоблинов. Да. Now you're gone. Победная песенка. Мне кажется, меня уволят скоро. Не, ну а что меня? Я свое дело выполняю. Мне дали денег. О! Я вижу. Девушку. Я спасу ее. А? Ой-ой-ой-ой-ой, это что там за позы такие? Ее привязали и хотят что-то снести. Опа. Давай, я ж тебя воткнул, палку. Смотри, какой ненормальный. Она сама как будто раздвинула ноги, типа, ее не заставляют вроде даже, а просто меч. Еще так широко это сделала. Вот и все. Нельзя терять время, спасаем скорей. Принцесса, я вас спасу. Нет. Почему ноги нельзя просто опустить вниз? Переживайте. А ты здоровый, слышишь? А вот так в пузо, а вот так в пузо. Я мерзкий тип. Здравствуйте. О, это та самая. Ну давай, да, рассказывай, да, да. Как ты здесь оказалась в такой ситуации? Что ты трясешься? Ну. Нормально все? Ты ноги-то прикрой, блин, ну, дети ты, смотрят. Да. Алло, так, ноги вместе эту штуку вытащи. Ой. Так не поднимай их! Вот так, можешь повисеть? Ненормальная. Ну реально не странно, поднима... зачем ты их поднимаешь? А я... Ощущение, как будто это какая-то ролевуха, ей наоборот все нравилось. Пошли, пошли, пошли. Спасение! Ты не хочешь она спасаться, скоро походу! Скоро больше тебе не угрожают. Ты меня слышишь? Ты хочешь спасаться или нет? А, еще одна кандала. А, все? Странно. Теперь пойдет? Оу! Оу! Она меня хилит. Теперь, я так понимаю, нужно выбираться отсюда. Не переживай. Классная палка. Можешь мне такую палку? Сейчас, ага. Давай-ка теперь ты. Я свое дело сделал, он жесткий. Вон, бей его, бей его, бей его. Вот твоя опасность, лицом к лицу, давай. Бей его. Он заковал тебя в кандалы. Давай, сражайся. Прыгай на него и атакуй. Не очкуй. Давай, не хочет, иди вперед. Или не бейся. О! Ой, вышло не так, как я задумал. Она не умрет там? А ты мог бы поддаться даме, блин.
Дай копье. Я не собираюсь тебя вытаскивать постоянно, даже за золото. У него есть щит какой-то на груди. Подлый удар в писю! Оба! Вот так-то. Сработал. От такого еще никто не выживал. Да не дыши. Что вы сделаете? У меня теперь хил есть в пати. Не, так-то, блин, молодец, она хилит. Полезная. Двоечка. Тык-тык. Тык-тык. Ты что загородила все? Меня снимают. Вот так вот, хиль меня. Чисто классика, чел в спортивном костюме сейвит какой-то магический мир. Я уже потный, как собака, но все ради спасения. Отличная отсылка, кстати, на Субару. Жриц от этих грязных гоблинов. У них в голове только одно. Съесть, сожрать, кто так делает. Фу какие. Вот мы герои. Я не знаю, заметно это было или нет, но я пила воду и пролила ее на ногу. Я сижу как бы в шортах, и вода такая холодная была. Блин, ужас, извините, я там пропустила момент, сейчас... Табака, но все ради спасения жриц от этих грязных гоблинов. У них в голове только одно. Есть, сожрать, кто так делает. Ну и не только. Какие. Вот мы герои. Спасаем. Ау, я ударился в камень башкой. О, у него части тела отрубаются, это задорно. Ну ты же пострадаешь, уйди. Уйдите, вы пострадаете. Не подходите, видите, низкие и высокие дерутся. На! Пока во враге есть кровь, он не умер. Запомни это, салага. Режим берсерка! Сразу два врага. Видите, это реально сработало. А это уже выход, кстати, с подземелья. Не подходите ко мне. Спасибо за хил. Прием вертолет. Там свобода и выход. Ты уходи, а я останусь с ними. Мне не очень понравились. Поцелуйчик будет на прощание? Стесняется, смотрите. Ну ладно, я тоже не против. Что-нибудь давай. Денег. Денег. Она просто покланялась. Денег. Как это понимать? А, и пока, все, валяйся, пока, ну-ка стоять. Как быть героем после этого? Тот самый трактир. Тот самый стакан свежего Симон. На доске новое задание пропавший. Теперь кормятся ты хлебом черствым, а не сыром. Я не понял. Я герой. Хотя бы сыр. Я не понимаю, он полностью прошел игру? Или же ее снова кто-то своровал, и ее снова надо спасать? Напишите в комментах, если за это шарите. В целом, игра классная, и мне больше даже понравилась подача, наверное, Валеры, потому что реально, так как мы обычно его не видим, здесь он как бы вел повествование от своего лица, прям как влогер. То есть это влог, но внутри игры. Поэтому, Валере, спасибо большое за ролик, а тебе спасибо большое за просмотр. Сори за голос, хотя не знаю, будет ли слышно на записи или нет, что он хриплый. А с тобой была Юмилька. И пока!